Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня мы с вами приготовим блинчики из ржаной муки. Вот, чтобы вы видели, у меня здесь ржаная мука. Я ее отвесила 300 грамм. 3 яйца, 300 миллилитров молока теплого. Значит, здесь, значит, 1 столовая ложка сахара, немножечко соли, вы видите, и 3 столовых ложки растительного масла. Что я сейчас делаю? Я высыпаю сахар сюда и соль и взобью венчиком. Так, затем добавлю немного молока. Вот так примерно. Вливаю масло растительное. Будем добавлять муку. Такая, видите, сероватая мука. Не как пшеничная. Там другая совсем мука. И замесим тесто. И вот хочу показать, что тесто у нас получилось густоватое. Я еще 100 мл воды. Если вот на пшеничную муку, эта закладка у меня как раз, а здесь густое. Сейчас размешаю. И вот видите, еще густое у меня тесто. Еще 100 мл воды обыкновенной, теплой добавила. И еще сейчас размешаю. Итак, вот я уже 200 миллилитров добавила, еще густоватое тесто для блинов, еще 100 миллилитров добавляю. Это получается 300 миллилитров воды я добавлю. Вот теперь уже вижу, будет нормальное тесто. И вот уже наша сковорода нагрелась, мы наливаем наше ржаное тесто для блинчиков. Смотрим, как наш блинчик испекся. Переворачиваем его. Красивый такой. И снимаем. Буквально на второй стороне несколько секунд. И снимаем. И вот уже блинчики наши из ржаной муки на тарелочке. Приятного аппетита и удачи вам. Подаем, конечно, со сметанкой. Но что я вам хочу сказать. Я первый раз из ржаной муки выпекала. Очень трудно выпекать. Штук 5 у меня просто порвались на сковородке. Значит, нужно добавлять, наверное, наполовину пшеничной муки. Так будет лучше, чтобы вы не мучились. Но я хотела попробовать. Это самая полезная мука. Это обдерная, с отрубями. В общем, очень полезная для организма. Но выпечь все равно можно. Видите, я что, справилась.